Всем привет! Вы на канале Татарин 97. И сегодняшний ролик опять про автошколу. Да, так бывает. Недавно буквально ролик про автошколу вышел, где я рассказывал, что у меня уже было вождение. Сегодня в автошколе был внутренний экзамен. Что это такое? Это экзамен, чтобы, с инструктором уже мог выезжать в город. Я его сдал. Да, не с первого раза. Сегодня была вторая попытка. Я ее успешно сдал. Чему я радовался, собственно, у меня здесь есть листик о том, что я все это сдал. И все хорошо. Поэтому, если кто думает, идти или не идти в автошколу, я вам советую идти прямо сейчас. Потому что я поговорил с многими родственниками, с многими друзьями, у кого есть водительское удостоверение. Кто даже полгода назад его получил, я дал вам вопросы, он говорит, действительно очень много вопросов есть, больше на логику. То есть реально стало сложнее сдать теорию. Вождение, говорят, вообще на изи сдать, потому что нет площадки, нет элемента горки. И горка только у тех, кто сдает на механику. Но в автошколе все равно обучают элементу горки, потому что инструктор ее нет, но мы можем в городе попросить остановиться и стронуться с горки. Остраивать надо без отката. Короче, я очень рад, что я сдал все. Сейчас иду в магазин. Сейчас печать, купить файлик и домой, пора домой. Также хочу вас предупредить, что сейчас ролики начнут выходить редко. Я, конечно, постараюсь отдавать вам 2 ролика в неделю, но не обещаю. В общем, в любом случае, один ролик в неделю выходить будет. И, собственно, этот первый ролик на неделе. Возможно, кстати, и последний. Хотя там впереди выходные, день города, может быть, схожу что-нибудь поснимаю, если будет время. Ну, я думаю, в выходные время-то я найду. Все, может, сейчас на почте, кстати, файлик продается, а может, бесплатно дадут. В общем, сейчас надо узнать будет. Сейчас еще видео не заканчивается. Ну и народу там еще эта электронная очередь дурацкая. Прикиньте, ради того, чтобы получить ответ «нет», потому что я уверяю, что у них там нет файлов, и что они бесплатно его тоже не дадут, надо отстоять очередь где-то минут 15-20. Капец. Короче, решил я пойти дальше. На улице, кстати, уже темнеет. Блин, я начинал учиться в автошколе, когда еще в это время еще было очень-очень светло. А сейчас все транспорты включают фары, чтобы было лучше видно. Да-да. Блин, конечно, мне еще ехать до дома прилично, ну ладно. Зато я вот с бумажечкой. И это очень и очень классно. Ну, дошел я уже до пятерочки почти. Блин, надо в пятерочку что-то зайти, водички купить. В общем, видите, такой влог мини. Я знаю, что мой ролик не посмотрит моя автошкола, в которой я прошел теорию. Ну и я в той автошколе вождения, да, все понятно в этой школе. Но, может быть, когда-нибудь, лет через 10-15, она и не наткнутся на это видео, вспомнит меня. Поэтому администрация автошколы, говорю вам огромное-огромное спасибо. Ребят, все названия автошколы. Ну, такие, да. Только название автошколы я скажу только тогда, когда уже получу права. Ну, не хочу раньше времени, как бы, да, совсем их поощрять. Так вот сказал, спасибо за то, что я сдал теорию. Это тоже дорогого стоит, поверьте мне. В общем, а я иду. Блин, сегодня, честно, весь день на ногах. Спина отвалена. Вон, видите, шаурма, хот-доги отдают. Вот такого вообще ничего не хочется. А вот хостовары. Может быть, здесь, кстати. Я сейчас фалик себе прикуплю. Что навряд ли. Какие, смотрите, прикольненькие, да? Да, в магазине хостовара оказался фалик. Правда, пришлось купить упаковку. Весело. Блин, нужен был, по сути, один. Ну ладно. Никогда не помешает дома, пускай лежит, так мало ли. Всегда пригодится, что вроде как
Блин, у меня, по-моему, дома этих факелов нет. В общем, теперь будут. Клево, клево. Если есть, будут еще в запасе. Они есть, пить не просят. Мне прихотливо ухаживать, за ними тоже не надо. Уложить их там сейчас в шкафчик и все. И пускай лежат. Ну что, отправляемся домой. Домой, блин, был фикс-прайс. Возможно, эти фикс-прайсы по случаю-то они продаются. Ладно, уже все, заплатил. Кстати, цена файлов, извините, я устал, поэтому чуть заговариваюсь в видео, 120 рублей. Вот такие вот дела. Так, кстати, если что, сегодня вторник, я не знаю, какой день. Сегодня, если что, вторник, я не знаю, вы какой день посмотрите данный видеоролик. Ну, постараюсь, чтобы вы его смотрели завтра, в среду. Для вас сегодня среда. Вот так. Еще ладно. Я вперед домой. Поехал. Я заболел, поэтому видео заканчиваю так. Спасибо всем за просмотр данного видеоролика. Увидимся в следующем ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите по всем ссылочкам в описании. До новых встреч. Всем пока.